Вот 10 интересных фактов о футболистах. 1. Лионель Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен в мире по версии Forbes в 2021 году. Его доходы составляют десятки миллионов долларов, включая контракты и спонсорские соглашения. 2. Криштиану Роналду – единственный футболист, который выиграл золотой мяч 5 раз, а также стал первым, кто забил более 800 голов за свою карьеру. 3. Давид Бекхэм – не только успешный футболист, но и культурная икона. Он стал первым футболистом, который подписал контракт на 10 миллионов долларов с компанией Adidas. 4. Пеле считается одним из величайших футболистов всех времен. Он выиграл 3 Кубка мира – 1958, 1962, 1970 и забил более 1000 голов за свою карьеру. 5. Зинедин Зидан, после завершения карьеры как игрок, он стал успешным тренером, выиграв Лигу чемпионов УЕФА 3 раза подряд с Реалом, 2016, 2017, 2018. 6. Роналдиньи известен не только своими футбольными навыками, но и яркой личностью. Он стал первым футболистом, который получил золотой мяч в возрасте 23 лет после его введения в 1995 году. 7. Лотар Матеус – немецкий футболист, который провел 25 матчей на чемпионатах мира, что является рекордом среди всех игроков. 8. Тьерри Анри – лучший бомбардир в истории клуба «Арсенал» и один из лучших нападающих своего времени. Он также стал первым игроком, который забил 175 голов в Премьер-лиге. 9. Марадона знаменит своим «голом века» на чемпионате мира 1986 года, когда он обвел несколько игроков команды Англии и забил решающий гол. 10. Стивен Джерард – легенда Ливерпуля, который провел более 700 матчей за клуб и стал капитаном команды, когда она выиграла Лигу чемпионов в 2005 году. Эти факты подчеркивают не только достижения этих футболистов на поле, но и их влияние на спорт и культуру в целом.